Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно высверлить керамогранити коронкой без кондуктора. Поехали! Для этого нам ничего особого не надо, кроме простого листа гипсокартона. Берем лист гипсокартона, берем коронку, которая нам нужна, вот допустим 32 мм, и высверливаем в гипсокартоне отверстие. Здесь у нас 68, здесь у нас 32. Далее устанавливаем гипсокартон в то место, где нам нужно высверлить. Вот, допустим, вот здесь вот, по центру точно. Далее фиксируем с помощью струбцины. И высверливаем отверстие. Все очень просто, ничего сложного, ничего придумывать не надо. Все под рукой. Всегда все доступно и без лишних затрат. Пользуйтесь, очень классно, рекомендую всем. Ну а если у вас есть другой способ, который более функциональный, чем вот этот, напишите об этом в комментариях, можете даже прислать мне это видео, посмотрим, оценим и, возможно, выложу у себя на канале ваш вариант. А сейчас все, всем спасибо, поехали дальше, работаем!